первая игра в наступившем году, первый мяч, наверное, конечно, приятно, стоит отметить. Ну, да, конечно, приятно. Ну, там началось, да, как-то, не помню, как начали атаку, на Майкона. Майкон поставил мне, я на косая. Там Сеня Глагашов вовремя забежал, все как требовалось, и просто исполнил. Можно сказать, что это была наигранная комбинация? Ну да, на тренировках много уделяем вот, комбинационной игре, так что все выполнили вовремя и правильно. Игорь Геннадьевич сказал, что основная задача была проверить именно функциональное состояние. Ты своим состоянием остался доволен? Ну, на один тайм, думаю, да, силы хватило. Отдались полностью, что и требовалось. Думаю, выполнили, да, что тренер сказал. Ты второй тайм вышел играть на позиции нападающего, можно сказать, ложной девятки, там же, где большую часть своей карьеры действует твой любимый Лео Месси. Как считаешь, получилось соответствовать? Ну, нет, не буду сравнивать. Ну, мне позиция как бы нравится, да, отскакивать чуть с глубины, больше разыгрывать с ребятами. Интересная такая позиция, ну, посмотрим, что дальше будет. А в целом результат, он как-то, ну, чувствуется, что вы выиграли, как-то улыбок прибавляется на тяжелом сборе? Ну, я думаю, да, когда победа не могла порадовать. Приятно все равно побеждать. Но самое главное, вы правильно сказали, что физическое состояние проверить.